разберем эту песню. Итак, по аккордам. Аккорды у нас в песне всего, получается, три. Ну, если стандартные, то это будет F, D, M, D, потом E, сейчас, подождите, F, D, M, D, H, M и A. Вот, всего четыре аккорда. Но тут они играются, конечно, поинтереснее. Итак, как мы играем? Ставим каподастер на втором ладу. Шестую струну мы опускаем до ноты до. Вот с каподастром это сейчас звучит нота ре, а шестая открытая струна будет нота до. Если с каподастером настраивать гитару, ну или подстраивать, то, соответственно, это будет на пятой струне, пятая струна открытая, а на шестой струне 11 лад. Вот эти ноты звучат в унисон. Итак, как мы тут играем? Ставим ДМ, двигаем его на два лада. Получается на первой струне пятый лад, на второй седьмой и на третьей шестой лад. Как мы играем? Можно поставить палец на четвертую струну, чтобы ее не задевать. И тут мы играем такой перебор. Сначала вниз, потом вниз-вверх. Теперь ставим мизинец на первой струне седьмой лад. Поставили мизинец, сыграли вниз-вверх. Все вместе получается вот так. Убираем мизинец, играем вниз. Теперь мы указательный палец сдвигаем на четвертый лад первой струны и играем два раза вниз. Делаем длинную паузу и еще раз вниз. И сразу же заново. Все вместе получается вот так. Ну, соответственно, так мы 4 раза играем. Первые 2 раза можем без баса играть, а третий раз уже можем подключить бас. Это будет на 6-й струне, 6-й лад. Можно либо большим пальцем зажать, либо вот так аккорд перестроить и зажать средним пальцем. Ну, тут уже как удобнее. Итак, вот, четвертый раз, последний раз, когда играем. Тут мы играем вниз-вниз. Потом ставим барре на четвертом ладу, играем три нижних и шестую, и потом вниз. То есть получается вот так. Теперь ставим аккорд С, убираем с четвертой струны палец, четвертая струна у нас не звучит, она глухая. Играем вместе шестую, третью и вторую. Сыграли вместе, потом вниз-вверх. Теперь на второй струне зажимаем пятый лад. Играем вниз-вверх. Убираем мизинец, сыграем вниз. Убираем указательный палец, сыграем вниз-вниз. Первую струну я тоже глушу. То есть получается вот так. Так два раза играем, третий раз чуть-чуть по-другому, то есть тут то же самое, мизинец то же самое. Теперь первая открытая. Теперь мы играем на первой струне 2 и на первой струне также 0. То есть получается вот так. Тут пауза идет, потом еще раз вниз. Теперь ставим АМ. На первой струне зажимаем пятый лад. Тут уже просто можно сыграть вниз, 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 вверх. И последний аккорд. На шестой струне, третьей и второй струне зажимаем девятый лад. Тоже играем вниз, 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 вверх. Только эти струны. Остальные все глушим.
и, соответственно, заново. В целом вот все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.